5 лет большой олимпийской стройки изменили Сочи кардинально. Дорожники сделали невероятное для современной России. Возвели 360 километров новых трасс и множество уникальных авторазвязок. Полностью изменилась транспортная логистика. Главную скоростную магистраль, дублер курортного проспекта открыли в канун игр. Пробки, бич города исчезли безвозвратно. Улучшение в лучшую сторону налицо. Во-первых, и проехать можно спокойнее, и пройти, и прогуляться, и по центру города, и в любом микрорайоне. Ну, глаза просто радуются. Я доволен. К Олимпиаде город получил новый аэровокзал, 2 морских порта в Америтинке и центре Сочи, железнодорожные станции в Красной Поляне и вокзал в Адлере. РЖД проложила 200 километров железнодорожного полотна. По краевой целевой программе отремонтировали 800 многоквартирных домов. В Хрущевках и Сталинках обновили фасады и кровли. Получили новую жизнь большинство объектов культуры и 36 школ. Еще 5 учебных заведений построили с нуля. Здравоохранению курорта теперь может позавидовать любая европейская столица. Появились новые больницы в Красной Поляне, хирургические корпуса в Адлере, а также инфекционная больница в Дагомысе. Городской автопарк пополнился электричками и комфортабельными автобусами, а улицы превратились в зеленые аллеи. Сочи очень сильно изменился. Я был здесь 3 года назад. Он совсем по-другому выглядит. С Олимпийскими играми вообще все изменилось. Перебои со светом окончательно ушли в прошлое. В наследство Сочи остались сотни километров инженерных сетей и высоковольтных линий электропередачи. Курортная отрасль пополнилась полусотней новых отелей и гостиниц. Город один из первых в крае провел полную классификацию средств размещения туристов. Спортивные объекты, которые останутся как спортивными объектами, будут способствовать тому, чтобы у нас проводились чемпионаты мира, чемпионаты России, чемпионаты Европы. Те объекты, которые становятся объектами для проведения выставок, будут способствовать проведению выставок. И сегодня мы продолжаем работать над тем, чтобы наш город оставался городом-праздником. Инна Волкова, Кристина Мрук, Александр Киреев, 9 канал, Сочи.